Врач – это человек, который посвятил себя служению людям, так как берет на себя ответственность за самое прекрасное на свете – жизнь человека. Врач также одна из древнейших профессий на Земле. В России и в некоторых странах СНГ в 2017 году День медика отметили 18 июня. Профессия врача является одной из самых необычных и чрезвычайно важных профессий в нашей жизни. Она не потерпит ошибок, потому что любая оплошность может стать фатальной для человека. Приурочив к этому событию, во Дворце культуры «Спартак» провели концертное мероприятие с приглашением представителей администрации, работников всех здравоохранительных подразделений города. Уважаемые медицинские работники, примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником, Днем медицинского работника. Сердечно поздравляю всех врачей, медицинских работников, технический персонал системы здравоохранения с Днем медицинского работника. Желаю вам, всем вашим коллегам, здоровья, благополучия в семье, стабильности и мира в нашем обществе, чтобы медики с наибольшей отдачей могли применить свой опыт, знания, умения в деле защиты здоровья и жизни людей. Для многих День медика является не только праздником, но приравнивается ко Дню солидарности, когда каждый человек старается выразить медицинским работникам свое почтение и уважение. Первый заместитель главы администрации муниципального образования город Хасавюрт Бадыр Ахмедов положительно отметил работу медицинских работников Хасавюрта и поздравил всех с профессиональным праздником. Слово для поздравления было предоставлено главному врачу Центральной городской больницы Хасавюрта Алжанат Гаджиевой, которая выразила искренне слова благодарности медицинскому персоналу за добросовестный труд и исполнение служебных обязанностей. Вся наша работа, она заключается в том, что было благо жителям, как в союзных регионах, которые нам поступают. Вам огромное спасибо за поддержку. Я думаю, что вы уже поняли, что мы целенаправленно идем к намеченной цели, что люди нас начали благодарить. Благодаря поддержке и администрации города Хасавюрта, Министерства здравоохранения, я думаю, что все-таки ЦГБ города Хасавюрта, как и прежде, займет лидирующую позицию, и то имя, которое оно носит, имя Рашкашевича Сверханова, оно будет ничуть не на ступеньку ниже, чем частная клиника Сверханова. В продолжении праздничного мероприятия заместитель главы администрации муниципального образования город Хасавюрт, курирующий сферу здравоохранения Исмаил Дадаев, от имени главы города Зайнудина Акмазова вручил медаль почетного гражданина города Хасавюрт заслуженному врачу России Халимбеку Исмаилову. В свою очередь заслуженный врач выразил слова благодарности за высокую награду, продолжив, что люди стараются приобщиться к такому ответственному и в то же время такому важному делу, как спасение человеческих жизней. Я хочу выразить искреннюю благодарность за высокую оценку скромного труда врача. В первую очередь, главного врача нашей центральной больницы, Алжанат Багамдинов, коллектив нашей центральной больницы. Я желаю работникам городской администрации здоровья и мудрости. И помню, значит, узка мудрое изречение великого древнего мыслителя Сократа. Значит, здоровье – это все. А все для здоровья – и что? Теплые слова и пожелания медикам – это дань самоотверженному труду врачей, санитаров, медсестер, посвятивших всю свою жизнь этому сложному делу. Для всех присутствующих на концерте звучали множество песен, хореографическими ансамблями исполнены танцевальные номера разных народов. Помощь в организации и проведении мероприятия была оказана со стороны коллектива Дворца культуры «Спартак». Пурлия Цамбиева, Саман Гакаев, информационная программа «Пульс».